И всем привет, уважаемые зрители, это Каста, Майнкрафт, 2030, Advent Calendar, Opening Day 23. И как видите, немножко может здесь перестал, да, перестал, посмотрел повнимательнее, что я написал вот на этом поле, потому что должно быть нормально, вот, поэтому вот так вот расстал, так что, надеюсь, вышло нормально, но еще два дня, и вы увидите все тщательно, 24 и 23 день находится вот здесь, давайте посмотрим. У Шозы здесь есть, значит, руки, ноги и туловище Эндермена. Да, сейчас я поставлю фотик нормально. И 24-й день, как вы понимаете, спрятался вот там. Да, так что завтра вот там куча, этой кучи не будет. Так, значит, я сейчас уберу одну грядку моркови, потому что будет неудобно вытаскивать. Сейчас у меня здесь все упадет, ничего. Так, и вот, значит, вы нас спросите, как это все сюда засунул. А очень просто, потому что здесь всего лишь... руки, ноги такие худенькие, поэтому вот так вот. Давайте сделаем мы полностью эндермена. Вот, так что давайте посмотрим, как это, так сказать, выйдет. Значит, все, туловище готово. Вот такое туловище. Значит, может быть, эндермен вышел не по самой, не по самому люксу, так сказать. Вот, но что-то-то вышло. Так, ноги. Просто я уже тут не помню, как что должно быть. Я что-то делал. Это 7 месяцев я могу забыть. Тем более, давно делал. Я его закончил делать летом. Вот, так что... могу забыть. Короче, одна нога не засовывается почему-то, но она обязана засовываться. Вот, значит, засунул руки вот сюда. Здесь я щели делал. Только эти все щели, получается, заклеились. Эх, ребята, печалька, печалька. Мне придется, наверное, или паузу ставить, или закат, или завтра показать, так сказать. Так, сейчас помучаюсь. Если не получится, то будет у меня эндермен с одной рукой, потому что вторая не всунется. Все, всунулась. Так что вот такой вот няшный эндерняша. Вот, вы посмотрите, только вот ногу плохо всунул, я за кадром всуну нормально. Вот, так что сегодня я получил вот это, так что я думаю, он получился очень няшным, потому что, ну, смотрите, ручки такие вроде, утю-тю-тю-тю. Вот, надеюсь, вам он понравился, ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь, наверное, все. Всем пока.